Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу о том, сколько идет перевод денег на карту Тинькофф. Перевод на карту Тинькофф можно осуществить с помощью нескольких способов. Первый способ – это перевод с карты Тинькофф на карту Тинькофф. Здесь деньги зачисляются мгновенно, вы даже не успеете очнуться, да? Как вы нажмете на кнопочку «Готово» и перезагрузите телефон, деньги всегда сразу оказываются на вашей карте. Также совершить перевод денег можно и не с карты Тинькофф, а с карты другого банка. В этом случае, как правило, деньги также зачисляются в течение нескольких секунд, либо нескольких минут. Но если деньги не пришли мгновенно в течение нескольких минут, то не переживайте, не пугайтесь. По правилам банка они могут зачисляться до одного дня. Так что ждите, они обязательно зачислятся, но это прямо совсем-совсем в крайнем случае до одного дня они зачисляются, потому что, как правило, деньги также всегда мгновенно оказываются на вашем счете. Также перевод можно совершить, например, через банкоматы, да, то в этом случае, если человек пользовался не мобильным приложением, да, если он пользователь карты другого банка, например, отправляет через банкомат стороннего банка, не Тинькофф, в этом случае также могут произойти небольшие задержки. Также перевод может осуществиться либо в течение часа, либо в течение одних суток. Но также перевод можно осуществить не только с помощью карт, неважно, через мобильное приложение, либо через банкоматы, а также, например, через партнеров Тинькова, например, Почта России. Через Почту России также можно осуществить перевод денег, но здесь нужно помнить о том, что деньги могут идти до 3 дней, причем до 3 рабочих дней, так что лучше всего не делать это перед выходными днями. Также, кроме почты, есть очень много других партнеров. Это могут быть Киви, МТС, Связной, в общем, PayPal, в общем, очень много различных партнеров, да, Золотая корона, в общем, вот эти все переводы можно осуществить через партнеров здесь также. Чаще всего деньги приходят в течение 1 дня, в течение 1 рабочего дня. Но, опять же, могут быть и задержки, но это случается крайне редко, потому что все-таки Тинькофф старается совершать абсолютно все операции в максимально короткие сроки. Так что деньги зачисляются либо мгновенно, либо в течение нескольких минут, но край 1 день. Ну и Почта России — это 3 дня. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!